Приветствую, испытуемые! Продолжаем играть в карты Portal War 2 и смотреть на карты с конкурса Chroma Map Labs номер 14. И, в общем, есть табличка с результатами конкурса, в которой есть работы, которые по оценке переплюнули Quantum State, на удивление. Но они почему-то как-то отдельно отмечены, возможно, предположение мое, что они там, не знаю, в срок не уложились или их исключили по какой-то причине. Ну, в общем, вот, допустим, The Midas Exhibition. Работа, которая набрала по баллам больше, чем Quantum State. И я вам напомню, что это прям мега-карта, а вот что вот в этом Quantum State, Мидосе, я не знаю, честно говоря. Но мы сыграем сейчас и посмотрим. Напомню про вот эти две работы, которые заняли первое и второе место. И, на мой взгляд, Quantum State на голову выше Border World и лучше Transitional Ascent. Ну да ладно. Давайте играть в Midas Exhibition. Посмотрим, что это такое. Может, оно и вправду чем-то лучше. Joe Fish and Demon Horizon представляют. Ух ты. Ковровая дорожка. Необычный стиль для портала. Красиво. Красиво, я скажу, да. Но и предыдущая карта, название которой я уже забыл, тоже произвела на себя такое впечатление. В итоге оказалась таким простеньким пазлом, над которым, конечно, голову надо было сломать. Он далеко не простенький. Ну, блин, красиво, красиво, да. Так, что тут у нас? Press for insight. Так, начало партнерства. Ой, вон канвас, погоди. Масло на холсте. Первая встреча Ангстрома Мидаса и Кейла Джонсона. Удалено. Убрано для очистки. Ага, здесь должна была быть картина, как понимаю. То есть, картина маслом. Во. Ангстром Утер Мидас. Наш основатель. Бизнесмен, филантроп и... Чу-чу-чу. Мировой что-то там патрон арт и участник искусства и науки. Виноват. Ладно, World Renowned, что-то я не знаю, какой перевод тут. Надо будет глянуть. Здесь что? Так, ну это то же самое. Окей. А в туалетике не дадут зайти посмотреть? Так, здесь... А чё тут только один гендер, а? Где гендер вертолет? Самый главный гендер из всех. Чё-то я не понял. Ладно. Давайте уже пойдем дальше смотреть. Надеюсь, здесь не чисто визуально составляющая. Конечно, прикольно. Музей Киева Джонсона получается. Выглядит круто. Куб. И все составляющие игры тут. Так, подиум вознесения. Не позвольте гравитации опустить вас. Я не успел прочитать даже. Угу. Почувствуйте чувство полета, наполнение полета. Не знаю точно, что как-то переводится. В шаге от вас. Нет, сети безопасности предоставлены. Хм. Типа прикол тут такой. Так, это у нас мост света. Световой мост. Наука следует за вами по пятам, я бы так сказал, это, наверное. Этот компактный фотонный проектор помещает силу... Блин, дайте прочитать, а? По ходу солнца, of the sun, наверное, но по вашим этим стопам, и вы как бы ощущаете это своими ногами. Ну, по вашему пути, наверное, правильно сказать. Чё, я буду все это читать, что ли?
Ладно, музей как музей, лень это все переводить. Читайте сами. А что это, кстати? Персональный... Короче, это Portal Gun так описывается. Элегантное устройство. Чего-то там... Дальше сами, короче, поставите на паузу, почитайте. Я так понимаю, это типа три камеры, которые нам надо пройти. Тут даже не уменьшается. Аутентичный тест объекта. Безопасность гарантирована. Consequence free experience. Что-то там. Тут, блин, игра слов, я забыл, как Consequence переводится. Ладно, давайте зайдем уже в лифт и глянем, что для нас хотят показать. Но мне визуал очень нравится. Очень необычно так это все сделано. И не скажешь прям, что это портал. Но вот тут уже портал, конечно. И еще вот эта куча этих табличек, в которых можно прочитать какие-нибудь... Интересные, не знаю что. Так, ладно. Здесь у нас мост. Блин. Круто, конечно. Из целой кожи сделали пол, по которому можно ходить. Это же каким миллиардером надо быть, чтобы все вот это вот расставить. Ладно, это уже совсем другая история. Так, это что у нас? Речь о поле антиэкспроприации? Окей, допустим, здесь нам надо поверху, наверное, добраться. Вон туда. Для этого. Вот эта сеточка нам не даст. То есть я по-хорошему, наверное, должен как-то на этой половине оказаться. Или поставить портал таким образом, чтобы я оказался там. Так, ну, поставив портал туда, я, к сожалению, где надо, не окажусь. Серьезно? А, там сетка. Так, ну то есть нам надо портал здесь по итогу поставить. Хорошо, давайте думать. Что же тут можно сделать, а? Поверхность не убирается никак. Ну, типа, даже если я здесь портал поставлю, по какой-то же причине стоит это дурацкое поле. Мне нужен портал поставить здесь и портал поставить там. Но если я спускаюсь сюда, то назад мне дороги нет. Хм.
Однако я имею доступ, возможность это вот сделать вот так. И дальше разбираться, что мне это дает. Пока хрен его знает, что оно мне дает. Зачем я эту камеру первую выбрал, блин? Ах, хотя в себе мозговыносящие головоломки, вот, пожалуйста. Мозговыносящая головоломка. Ну, либо я просто опять слепой и не вижу очевидного где-то. Что тут можно сделать-то? Я хожу, свечусь кругами. И даже предположить не могу, что делать. А, это стекло. Фу ты, я думал, нашел что-то очень секретное. Так, ладно. Хорошо, как это должно быть? Я ставлю портал там. Каким-то образом оказываюсь здесь, ставлю портал там. И каким-то образом залезаю на платформу. Ну, либо если я буду стоять на этой половине. Каким-то образом я должен все равно там портал поставить. Допрыгнуть отсюда туда не получится, слишком далеко, и высота все равно не на одной высоте даже практически. Так что не выйдет. Но я могу поставить портал просто вниз, и будет тебе счастье, маленький идиотик. И тихо! Хорошо. Мы оказались на этой половине, имея тут же портал. Что дальше? Я могу поставить портал сюда, но наверх я за это не попаду. С другой стороны, я могу сделать так. Только толку-то. Поэтому мне нужно каким-то образом поставить портал там, наверное. И переместиться на ту сторону. А вообще лучше на мосту оказаться. В идеале. Хорошо, на мосту я оказался. Дальше что? Что-то необычное, может, я пропускаю опять. Вот оказаться бы на этой части как-то. Поле антиэкспроприации мне не даст пересечь этот мост спокойно. Вот в чем прикол. Хорошо, может тогда не в рамках моста думать. Ну, то в рамках чего? Тоже хороший вопрос. Тут же мне не на реакцию надо доработать, да? Блин, я что-то очень
надолго повис в этой головоломке поганой. Пока не знаю, что делать, короче. Знаете, я не учел вот этот момент. Вообще. То есть здесь есть поверхность. Мы можем пройти и, допустим, поставить портал повыше. Таким образом, я уже здесь. Если я повыше поднимусь. Да, в принципе, не надо повыше подниматься. Пожалуйста. Вуаля! У нас есть мостик на эту сторону. Вот какая ляпута. Хорошо. А, теперь у нас есть мост вот сюда. И мы наконец-таки можем добраться до выхода. Фух, не так уж и сложно, если чуть-чуть подумать, да? Ну, слушайте, визуал кайфовый, такой кошерный. И не подумаешь же, что это какой-то любитель сделал. Return. Окей. Что ж. Вот это место мы завершили. Теперь остается два. Две камеры. Так. Заметка самоуничтожения. Или саморешение. Self-determination все-таки. Какое уничтожение это? Самоопределение. Решать все на свой страх и риск. Да-да-да-да-да. Короче, поехали по порядку. Следующая камера нас ждет. Йоу, какие тут водопады. А тут стекло или я упаду сейчас? Охереть. Какое все прозрачное-то, а? Блин, а. Конечно, отдельный респект авторам за этот визуал. Это просто что-то невероятное. Так. По-моему, это уже было. Ну да ладно. Ух ты, звук поменяли. О, вот о каких сетях говорилось. Нас действительно сети ловят. Так, хорошо. Еще и, смотрите, падаем на удобную такую подушенцию. Так, хорошо. Смотрите, тут реально всюду сети. Так, ну нам надо побродить. Так, заполучить куб. И теперь каким-то образом оказаться на той стороне Теофта. Хотел бы вспомнить, откуда я пришел, а потом вспомнил же снизу. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Тут чё? Не понял, а чё так меня выплюнуло? Я хочу там посмотреть, что вообще такое. Какая-то хрень. Почему меня так сплевывает? Странно. Ладно, давайте вниз спустимся и поищем, что тут вообще можно сделать. Можем кубиком отключить эту поверхность. И, судя по всему, поставить портал там. Так. Окей, а для чего это? Или просто обман, чтобы набрать классы? В любом случае, нам надо хотя бы куб опустить вот сюда, а спуститься дальше я и сам, наверное, смогу.
То есть, смотрите, если я упаду достаточно так, чтобы не задевать эти панели, то в целом... Или вообще, как бы... Зависимы. Либо не успеем, либо он мимо просто мазнет. Где вот куб, например? А куб вообще мимо улетел. А хотя какая разница? Мы вместе с кубиком сюда улетаем. Все. Окей, а что дальше? Нас перекинет туда? Так не выйдет, по-моему. Да. Даже близко. Смотрите, если так подумать, возможно, у меня есть идейка, как здесь можно поступить. Я не знаю, правда... Будет ли куб прыгать на месте? Надо проверить, насколько это стабильно. И вот если я сюда спускаюсь, а у меня просто времени не хватит на это. Точнее, не времени, я даже прицелиться туда не могу. Я не знаю, что тут сделать даже. Куда вот он улетит? Очевидно, сюда. Он даже перелетел. Интересно, головоломка получается куда сложнее, чем я думал изначально. Нам надо оказаться на той стороне. Для этого надо хотя бы, чтобы куб приземлился на эту панель, пока я стою на кнопке, и он туда бы перелетел. Я хотел сделать, чтобы вот портал здесь оказался. То есть куб падает вот так вот, оказывается там. То есть сюда падает, вылетает с этой поверхности, долетает до этой панели. И перелетает туда. Как это сделать? Нас, чтобы вот порталы, то вот порталы были тут. И я стоял при этом на кнопке. Не знаю, может. Оно вот как-то... Нет. What the fuck, не понял. А это так реально работает? Ах ты ж. Это стало для меня абсолютно большой неожиданностью. Или мне просто повезло?
Скорее мне просто повезло. И это тупо совпадение. Вы, блин, прикалываетесь, что ли? В чем подвох? Ну, видимо, подвох в том, что я туда не переберусь просто. Но оно реально так решается, хотите сказать? Просто закинуть кубик на эту платформу? Я не верю. Не может же быть так просто. Я так и не понял, это приколюха от автора или она действительно так решается? Что, остается только третья камера с лазерами и кубами? И что, тут тоже какой-то простецкий подвох будет? Который я не учел. Здесь стекло. Но лазер проходит сквозь стекло, что интересно. Так. Что мы можем сделать? Так, что эти штуки делают? Нам бы для начала куб вообще добыть бы. А для получения куба нам нужно поставить портал здесь. Хорошо. Это несложно. Куб мы заполучили. Так, на чем остановились с моим? А сейчас у нас есть лазер и есть дверка, которую надо открыть с помощью этого лазера. Ну что ж, здесь видится решение такое, что лазер туда ставим, и лазер оттуда должен выходить каким-то образом. Каким, пока не знаю. Это, наверное, будет довольно непросто сделать. Плюс у нас должен стоять куб, который должен скорее оттуда вот сюда прокидывать лазер. Да. Окей. Ну вот, допустим, да, мы взяли куб этот самый. Идем сюда. Ну, давайте смотрите, как сделаем. Не долетит, да? А если так? Там что-то блокирует. Ну, мне прежде всего лазер нужен на этой стороне. Давайте предположим, что, типа, вот если так я его на глазик подкину, то, возможно... А, там стекло, блин. Ох ты ж. Ну да, на глаз я попал. Это хорошо.
Но каким образом мне попасть обратно сюда? Я здесь, допустим, подпрыгнуть никак не могу. И отсюда, допустим, я не вижу никаких проходов. Что-то я, как говорится, I don't know. Тут что, два куба? Что-то я ничего не понимаю. Ну-ка. Может, я что-то пропустил? Но я определенно вижу тут два куба. Их два должен был вывалиться? Или один? Вот что я не могу понять. Допустим, смотрите, один куб вывалился. Что за бред? А это зачем тогда? Так, может, есть еще что-то внизу, что я упустил, но я не вижу ничего такого тут абсолютно. Вообще ничего не вижу. Чего не понял, какого черта оно не активируется. Не, ну смотрите, все эти гнезда, они тупо на дверь нацелены. Ну, хотя бы второй куб, что ли, я не знаю. Как мне, сидя здесь, поставить портал туда? Вот этого я не пойму. Если честно. Чертово стекло мешает тупо. Хотя, кажется, головоломка довольно простая, примитивная. Но на деле не такая простая, примитивная. Если бы не стояло стекло, она бы, конечно, решалась довольно просто. Но вот это стекло, оно вообще все усложняет, буквально все. Его не прожечь даже. Я не понимаю, я что-то упускаю, по-моему. Либо это головоломка решается ультра просто, точно так же, как предыдущая. А я не ищу, как говорится, легких путей. Не знаю, я раз 10 уже пересмотрел здесь все, но ничего внизу я не вижу. Куб мы достали, окей. Единственное, что, какие мысли у меня, чтобы вот все три задела, это куб туда подставить. Да, он должен стоять там и перенаправлять лазер туда. Для этого надо, чтобы лазер выходил вот с этой стороны. Для этого нужен портал здесь и здесь, да. Мы можем их поставить, как вы поняли, но находясь внизу. И вот снизу. Каким образом мне подняться наверх?
Хз, абсолютно. Абсолютно. Вы, блин, просто не поверите, какой я слепой. Насколько я слепой. Я невероятно слепой. Как я это мог, блин, не увидеть? Там явно же мне говорят, что второй куб. Нет, нет. Я ищу его вообще не там. Вообще не там. Так, ладно. Хорошо. Получается, нам опять надо на глазик сделать что-то такое. И мы за это получим второй куб. Чё, получили? Или я промазал? Я чё, промазал на глаз, что ли? Чё за бред? Ну, в этот раз я уж точно не промазал, надеюсь. Так. Нет? Что за бред? Во! Нормально. Вот теперь у нас есть второй куб. Очень хорошо. Ну, допустим. Направляем лазер сюда. С этой точки. Что я наделал? Я идиот. Иди сюда. Понял. Да дай же, блин, пройти, а. Ура! Я прошел эту камеру. Валим нахрен отсюда. Поздравляем! Все головоломки завершены. Вы можете покидывать. Я не успел прочитать, ладно. Но классно визуально сделано, согласитесь. И головоломки довольно прикольные. Хоть абсолютно классические, но очень прикольные. Мне понравилась карта. И пазлы тоже заставили мозги поломать. Давайте отсюда ливать. К сожалению, я грузился и... Поэтому у нас сейчас будет черный экран. Лайк я, к сожалению, поставить не смогу. Да. Но, тем не менее... Карта хорошая. Мне определенно она понравилась. Значит, The Midas Exhibition. Лайк бы поставил, но отсюда никак. Ну да ладно. В общем, мне очень понравился визуал. Это вообще что-то невероятное. И определенно, наверное, оно... Эта работа лучше, чем те, что заняли первые места. Не знаю, по какой причине работу эту не стали оценивать в рамках конкурса. Жалко, но тем не менее, в общем, довольно прикольная вещица. Я советую всем поиграть в CS Portal 2, прям кайфово выглядит, и вывески, блин, вообще,
придумать камеру в стиле музейной выставки, это вообще что-то просто пушка. В общем, Джо Фиш, большой респект и благодарность, а также личный лайк от меня. А на сегодня все, с вами был Павел Первый, ставьте лайки мне, подписывайтесь на канал, добавляйте друг к себе, оставляйте комментарии. А мы увидимся в следующих видосах. Всем пока!